atkarīgs, vai viņiem izdosies to nākotnē samazinājumu noturēt līmeni, kas būs augstāk nekā gadu iepriekš, vai konkrētis tur, kur bija. Nu, par to mēs jau pie nākas strādāsim. Рига по факту всегда была культурной столицей региона и во многом европейского масштаба. Просто то, что происходит сейчас, для нас очень важно, потому что, с одной стороны, мы сможем привлечь больше туристов. Мы хотели бы выйти на уровень 2,1 миллиона человек, это раз. А во-вторых, естественно, это будет большим толчком, очень важным толчком для дальнейшего развития культурной отрасли, как в Риге, так и в стране в целом. А в-третьих, ну, у нас нет такого доступного финансирования, как у других городов, которые принимали уже культурную столицу Европы. Но в Марселе 700 миллионов евро было, у нас нет даже и 30 миллионов. Но у нас очень много талантливых, амбициозных, активных людей. Хочется показать всем, еще раз напомню, что талантом и работой можно добиться большего, чем деньгами.